Я не хочу быть твоим тупым королем. Ха-ха, этот дурак даже представить не может, какой просчет он совершил. Он даже не слушал меня. Конечно, он не знает, что сила его амулета способна активировать секретное оружие робота. Теперь у меня есть пушка, стреляющая зарядами чистой энергии. Сейчас меня ничего не остановит. И не волнуйся, мой сахарный кубик. Когда я разберусь с делами, обещаю, что твои ужасные родители больше не причинят тебе вреда. Я лучше умру от рук своих родителей, чем присоединюсь к тебе, монстр! Как ты не можешь понять, что я единственная, кто позаботится о тебе? Эй, какого? Что за? Ты все еще жива? И ты только что использовала бомбу? Кажется, я недооценивала тебя. Именно. Взять ее, Хана! Эй, прекрати! Ты что, безумна? Ты же хиппи, невинное, любящее существо. Разве вы все не против насилия и войны? Ай, больно. Довольно, Хлоя. Хиппи? Да. Ты действительно думаешь, что эти слова остановят меня? Я ничего не как вижу. Наивно. Время тебе позабыть свои глупые стереотипы. А это, я полагаю, и есть твое великое секретное оружие. Любопытно. Но ты же чертова хиппи, забыла. Как тогда ты объяснишь свои безумные действия в отношении окружающих? Ее руки такие сильные. Знаешь, когда мы первый раз встретились, именно благодаря тебе я впервые осознала, что не все в этом мире можно решить, просто будучи милой. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. А, нет, не шатай меня, убери руку. А, не трогай пальцы на моей перчатке или пушка. Какого черта они творят в том роботе?